Мне приятно присутствовать на отчете нашего уважаемого ректора Владимира Николаевича Кюрчева, в первую очередь как выпускника Агротехнологического университета имени Дмитра Моторного, как народного депутата от нашей территории. Конечно же, в первую очередь проделана, и стоит отметить, проделана громадная работа коллективом. В очередной раз я убедился, насколько сложен научный труд. Я не говорю не за год работы, а говорю, что сам отчет восприятия той информации, того объема работы, это крайне сложный документ, и ты понимаешь, сколько тысяч часов было потрачено коллективом, чтобы те достижения, которых мы сегодня услышали, были действительно реализованы. Ну а сегодня я хотел бы отметить и еще одну важную функцию, которую планомерно, постепенно, за несколько десятков лет и ответственность взял на себя Владимир Николаевич и, соответственно, большой коллектив нашего университета. Эта функция непростая, общественно-политическая жизнь. Мы не заметили, как очень быстро члены коллектива влились в нашу жизнь местного самоуправления. Сам Владимир Николаевич за последние два десятка лет неоднократно избирался депутатом городского совета, представлял интересы нашей громады на уровне областного совета. Вы знаете, что 25 октября он очередной раз удостоился высокого звания отстаивать интересы громады города Мелитополя в Запорожской области. И сегодня он занял высокую впервые позицию для нас, для мелитопольцев. Он возглавил бюджетную комиссию по распределению преференций, возможностей областного совета. Это порядка 4,5 миллиардов гривен. И будьте уверены, он будет самым ярким лоббистом, в первую очередь университета, потом города, ну и, конечно же, укрупненного Мелитопольского района. Работа эта непростая, крайне важная, ответственная. Сегодня Владимир Николаевич, несмотря на принадлежность к тем или иным политическим партиям, является одним из лидеров нашей команды, надежным партнером, драйвером позитивных изменений в жизни университета и города, чему свидетельствуют многочисленные мероприятия, где город вместе с университетом проводил и реализовывал совместные проекты. Я сказал бы больше, что достижения на сегодняшний день, о которых отчитываются политики Мелитопольщины, в том числе это большая заслуга коллектива во главе с Владимиром Николаевичем. Впереди большая работа, поэтому сегодня, как никогда, очень актуально желать и на дне рождения, и на отчетах всем нам крепкого здоровья. Вам, Владимир Николаевич, неиссякаемой энергии. У вас еще мощный потенциал, мы видим большие перспективы. Наша команда рассчитывает на ваше участие. Я уверен, что этот последний отчет, 15-й, это не конец в творческой, научной деятельности.